ставила не только в театре комедии. Поэтому... Она ставила в театре. И сегодня, Татьяна Сергеевна, вас пришли поздравить две заслуженные артистки. Театр имени Ленсовета. Как бы сказал парень,
напиши! И книгу на вторую скорее напиши! Это вот один костюм с Леной Руфановой. Молодец. И перышко даже сохранилось, твоя любимая Олечка. Вообще было, ну, для нас это было самое счастливое время. Я не побоюсь как для нас, потому что я считаю, что Ира так считает тоже. Мы работали как какой-то прекрасный симфонический оркестр. Татьяна Сергеевна знала каждую партию, и партитуры собирались здесь же. Это было счастье великое. И, наверное, такого счастья не повторилось больше в этом театре, для нас, во всяком случае. Я помню, когда нужно было срочно Татьяне Сергеевне принимать решение, мы стояли на балконе, обнявшись, плакали. А потом начался какой-то другой отчет времени. Спасибо большое за счастье, которое было у нас в театре. Оля, мне кажется, нам очень тебя не хватает, потому что восторженных критиков, любящих актеров, практически уже в Петербурге. Простите меня, пожалуйста. Мне вас тоже. Поэтому ты нам очень нужна здесь. Пожалуйста, надолго не уезжай и книгу сочиняй. Большое спасибо, всех поздравляю. Заслуженные артистки России просили не называть их имен. Ну и правильно. Кто же не знает, что это были Светлана Пресвященко и Ирина Ракшина.